День государственного герба и флага отмечают в Крыму. Символы были утверждены Верховным Советом полуострова 24 сентября 1992 года. Крымчан с этим праздником поздравил Сергей Аксенов. Сегодняшний праздник объединяет народы полуострова, символизирует гражданскую зрелость и политическую ответственность крымчан, нашу неразрывную связь с Россией. В дни Крымской весны под нашим флагом мы отстояли свою свободу и независимость, восстановили историческую справедливость, вернулись домой.